Далее криминальная хроника. 39-летний абьюзер из поселка Харитонова Котловского района проведет 3,5 года за решеткой. 7 августа суд вынес ему обвинительный приговор. Установлено, что в августе 2022 года, в дневное время, находясь в доме своей матери и в ходе произошедшего бытового конфликта, спровоцированного самим подсудимым, последний причинил побои и иные насильственные действия своей матери, сестре и двум детям, девочке 10 лет и мальчику 14 лет, а также совершил в отношении мальчика угрозу убийству. Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.